У вас музыкальная карьера началась в детстве, то есть и музыкальная школа, и музыкальное училище, а потом вдруг авиационный институт. С чего вдруг такой поворот? Я как бы не совсем понимала, получится ли у меня. И, возможно, где-то так нехотя хотелось иметь еще какое-то образование, Подстраховаться, в но общем, нехотя да. очень сильно подстраховаться. И даже я перестраховалась третьим вариантом, если не выйдет у меня на большой там поп-сцене, то я обязательно смогу в оперном пении. И я прям параллельно училась петь оперной по арии. Потому что однозначно я бы могла поступить в любой там театр, это мне уже было точно понятно. Выучила, сколько там у них там произведений, там 30-30, ну, то есть там не больше, по сути, на всю жизнь этих арий, опер и так далее. И у них же нет, не надо писать им песни, они же не созидают, они просто выходят и как бы вновь и вновь обновляют уже давно созданное. И думала, тогда я получу контракт в оперном театре и буду оперным певицей. Но вы все равно пошли по своей дороге Это был план в Б хор, и как С или В. военный хор, я так поняла. Не в хор, солисткой. Да, я пришла и говорю, я хочу у вас быть солисткой, буду петь бесплатно, возьмите меня. И они посмеялись, но им, конечно, понравилось там исполнение, и они меня взяли, и с 15 лет я у них, с 15, кажется, или с 17, я уже не помню, я у них, короче, пела бесплатно. Потом они мне дали треть ставки, потом полставки, потом приглашали, вернись, вернись к нам. Все, я уже не могу, у меня уже свои сольные концерты, я с продюсером. Я так поняла, вы даже с вот этим хором, о, вернее, не хором, да, Ансамблем с вооруженных, ансамблем, я так и сказала, ансамбль вооруженных ансамбль. сил Украины, Ну, это такой где серьезный опыт, выступала. да? Да, мы То есть вы ездили летали в Косово, в в Ирак, Ирак, да? да, прям в горячую точку, и в Ираке прямо Страшно было? от Или вы не обстрела думали? выходили. Ну, это, насчет страха, вот объясню мое состояние там. Значит, мы летим со снайперами в вертолете, без окон. Со снайперами. Да, конечно, бронежилете, в каске, все в полном обмундировании. Летим, и там, значит, черные лужи. Я говорю, это что, дождь у вас прошел? Он меня смотрит, какой дождь? Это нефть. И вот как я боялась, как вы думаете, если я не знала, что это лужа, дождь или нефть. А, ну ты То есть у меня все проходило именно. наивность спасла, да? Да, у меня все, Тогда. да, наивность спасала во всех отношениях.